Куйбышевском районе Донецка правоохранители установили и задержали ранее судимого телефонного мошенника. В Куйбышевский районный отдел полиции города Донецка стали поступать сообщения от пенсионеров о том, что неизвестный, злоупотребив их доверием, завладел денежными средствами. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сотрудники сектора уголовного розыска Куйбышевского районного отдела полиции Донецка совместно с коллегами из Донецкого горуправления МВД задержали 28-летнего злоумышленника, который недавно освободился из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал и продолжил свою преступную деятельность. Звонил на случайные номера, слышал живой голос, связался с сотрудником полиции, говорил, что их дети, не говорил, кто, сын или дочь, упали там в ДТП, сбили человека, и что человек сейчас умрет. И говорил, что надо деньги, чтобы помочь. Для прекращения уголовного дела лжеполицейский требовал огромную сумму денег. Фигурант постоянно поддерживал связь с жертвами и не давал им времени для совершения звонка своим близким. Затем подъезжал к ним домой на такси, и доверчивые потерпевшие отдавали ему свои сбережения. Узнавал адрес их по телефону. У них же они сами говорили. Узнавал, сколько денег у них есть. Тоже вопросами. Вначале говорил определенную сумму, а потом они сами говорили, сколько есть. Всегда был с ними на телефоне, не давал им сделать звонок, приезжал и забирал. После передачи денег злоумышленник сразу же ехал их тратить. Все деньги, которые получал, все тратят на наркотики. За содеянное мошенник будет привлечен к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК ДНР «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На счету у фигуранта 5 фактов мошенничества. В данный момент правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории республики.